Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас в работе джип Компас 2.4. Стоит блок Generation 2, то есть чип-тюнинг и Евро 2 мы будем делать со снятием блоков в BCL режиме, потому что так он не читается и не записывается, он заблокирован. Делать это все будем мы с помощью Beatbox. Блок стоит под капотом, очень удобно, то есть вот здесь прямо стоит на воздушном фильтре. Мы его сняли, положили на стол и сейчас будем подключаться. Вот наш блок уже снятый, вот он, вот такой. Chrysler. Мы его уже открыли. Открывается он в принципе легко, достаточно только погреть плату и разогнуть язычки. Вот она плата. Сейчас мы будем подключать бутпины и затем читать и записывать, точнее читать, разблокировать и потом записывать с помощью битбокса. Давайте откроем битбокс. Интернет, естественно, должен быть подключен, все должно быть онлайн. Битбокс работает только онлайн. Вот, пожалуйста, давайте посмотрим help. Вот такое вот подключение. Давайте мы сейчас на столе его подключим, питание, и потом уже будут коннекторы. И будем читать и писать. Вот бутпины мы подключили, согласно схеме. Работать мы будем адаптером Алексея Рыжкова. Ссылку на адаптер дам внизу. С битбоксом работает этот адаптер идеально. Плюс Scanmatic 2. Так, мы выбираем ECU, у нас джип. Так, вот джип, компас и 319 протокол, вот он наш. Окей. Давайте сделаем идентификацию. Идентификация прошла успешно. Давайте прочитаем EEPROM. Так, EEPROM мы прочитали и сохраним на рабочий стол. Сейчас создадим папочку. Напишем компас. EEPROM. Теперь давайте сосчитаем флеш. Для удобства мы закрыли заднюю крышку. Бутпины у нас подключены. Крышка, в принципе, до бутпинов не достает. Так что вот мы ее закрыли и сверху подключили уже питание. Вот работает Scanmatic с автоуправлением питанием через адаптер Алексея Рыжкова. Ссылка будет под видео. Адаптеры очень качественные. Так, флеш у нас прочитана, и мы сохраняем ее в нашу же папочку. Подпишем только, что это флеш. Сейчас в нашей папке имеется EEPROM, вот он, имеется флеш.
Вот, пожалуйста. 3 мегабайта. И идентификационные данные. Идентификация. Софт, ВИН и тип процессора. Открываем нашу флеш. Файл мы модифицировали уже. Вот тюнинг Евро 2. Битбокс, как всегда, подключается через интернет. Сейчас он инспектирует файл, который мы ему закинули. Вот внизу он пишет некорректные контрольные суммы. Сейчас он их пересчитывает. Все, контрольные суммы пересчитаны. Нажимаем «Запись». Все, файл наш записан, модифицированный. Вот он здесь писал, где стирал, где записывал, какие сектора. Нажимаем ОК. Так, запись флеш мы произвели. Напомню, с помощью адаптера Алексея Рыжкова, адаптера Scanmatic. Алексей Рыжков адаптер с битбоксом работает идеально. Сейчас мы отключаем это все дело. Так, переворачиваем наш блок. Открываем крышку и видим наши бутпины. Вот они, проводки. Сейчас отпаяем провода эти и пойдем ставить на машину проверять. Блок мы поставили на место, но пока еще не закрывали его. Будем пробовать. Не забывайте прикреплять вот сюда массу. Обязательно. То есть на один проводочек мы его обязательно прикрутили на один винтик. Пойдемте заводить. Так, давайте попробуем, заведем, включаем зажигание и старт. Все, пожалуйста, машина завелась. Работа выполнена, выполнена успешно. Всем всего самого наилучшего. Много интересной работы, много хороших клиентов, а самое главное, крепкого-крепкого здоровья.